Для сотрудников инспекции по маломерным судам и полицейских выход в море – неприятная прогулка, ответственная работа. Едва начался рейд, уже останавливается первое судно. Катер ФГ-4572. За сколько рейсхор? Нарушение видно невооруженным взглядом. Пассажиры без спасательных жилетов. А сегодня на море большая волна. Чтобы выявить еще одно нарушение тщательного досмотра, также не потребовалось. Достаточно было пересчитать всех, кто на борту. Оказалось, превышение максимальной загрузки. Правила для водного транспорта мало чем отличаются от автомобильного, поясняют инспекторы. На всех дорогах главное – безопасность движения. Каждое судно должно быть оборудовано спасательными средствами и даже превышать допустимую скорость запрещается. Каждое маломерное судно имеет судовой билет. Это подобие техпаспорта автомобиля. Отличается это с чем? В каждом судовом билете вписаны обязательные нормы снабжения, в которых указаны средства спасения, которые должны присутствовать на борту в обязательном порядке, количество пассажиров обязательно, ну и ряд еще других моментов. Патруль выходит в море на скоростном катере «Мангуст». Название оправдано. Судно способно развивать скорость до 90 км в час. Мощность силовой установки данного катера 3000 лошадиных сил, что позволяет нам беспрепятственно противодействовать любому правонарушению, преступлению на воде. Значит, хочу предупредить всех, кто пытается нарушить закон на воде, что от нас никто не уйдет. Справимся с любой ситуацией. Море под защитой. В инспекции по маломерным судам отмечают, в этом году нарушений на море стало меньше. В том числе благодаря подобным рейдам. Чаще всего судовладельцев штрафуют за превышение максимальной загрузки. На таком нарушении ловят каждое четвертое судно. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.